Чаще всего в своих пейзажах Васильев изображал природу в ожидании перемены ею своего состояния. Его увлекла повышенная эмоциональность чувств, которая давала возможность не только внешними признаками выразить романтически взволнованную жизнь природы, но ощутить ее внутреннее одухотворение. Надвигающийся дождь готов разрешиться не только ливневыми потоками, но и грозовой молнией, разрезающей темную полосу неба над лесом, предвещают порывы ветра, бурливый ручей и торопящиеся к жилью люди. Эти жанровые детали, так естественно введенные художником в повествование картины, соединяются с тонко разработанной живописной пластикой и сложной колористической оркестровкой, в которой цвет и свет создают ту эмоциональную атмосферу, которая позволяет считать картину одним из подлинных шедевров в Васильевском наследии. В ее общей темной тональности выделяются листва деревьев в бронзовом освещении и белые стволы берез, вдруг засветившиеся в сумеречной гамме. Случайно луч бросил на мгновение свет на землю, и яркими пятнышками красного, белого, синего загорелись одежды крестьянок, забелели гуси. Красная рубашка мальчика на фоне темного леса помогла ощутить пространство в надвигающейся дождевой мгле. Благодаря этой цветовой игре, которая так тонко срежиссирована художником, представляется, что природа пронизана светом. Картина завершила собой серию романтических сельских пейзажей Васильева конца 1860-х годов, предвещая новые поиски и новые успехи художника. Впервые зрители увидели ее на посмертной выставке Васильева в Петербурге в 1874 году, собравшие все оставшиеся на тот момент в мастерской художника картины, сепии, акварели. Их оказалось 124. Интерес к выставке был столь высок, что еще до ее открытия все произведения оказались распроданными. Картина «Перед дождем» была приобретена известным петербургским собирателем картин и других вещей Варгуниным. Третьяков, с душевным вниманием относившийся к творчеству и к самой жизни Васильева, смог включить в свое собрание этот маленький шедевр лишь спустя 10 лет. В 1884 году купив картину на аукционной распродаже коллекции Варгунина. С тех пор она неизменно входит в экспозицию Васильевского зала Третьяковской галереи.